Вот так весело и шумно прошел фестиваль уличного искусства во дворе дома номер 9 в 7-м микрорайоне. Ребята с удовольствием играли во все игры, которые предлагали волонтеры. Главная цель фестиваля – разнообразить досуг детей и подружить ребят между собой. Развить в детях сплоченность, научить их играть вместе, всем двором, чтобы никто не играл по одному или кто-то скучал. Здесь мы играем с детьми, проводим для них разные конкурсы, играем в игру с парашютом и мячиком. Сейчас дети рисуют на тротуаре. Когда всем желающим раздали цветные мелки, дети с удовольствием начали рисовать то, что им хотелось. Солнышко, домики человечков и многое другое, развивая тем самым свое творческое мышление. Футбол у меня. Мы играли в футбол двумя командами, потом рисовали. Я нарисовал человека, дом и машину. Мне понравилось, было весело. Адамс, он Дайсон. Напомним, с развлекательной программой для детей фестиваль уличного искусства проходит по всему городу. Кристина Кириченко, Андрей Майорко, новости Темиртау.